Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении такая тема, как технический анализ бинарных опционов. А прежде чем продолжить просмотр, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Как известно, правильная и прибыльная торговля бинарными опционами невозможна без таких подходов, как Money Management и Risk Management. Но эти методы помогают совершать правильные сделки с точки зрения капитала. А чтобы знать и понимать, в какой момент можно совершить сделку, необходимо использовать какой-либо анализ, одним из которых и является технический. Технический анализ невозможно провести без наличия графика и исторических данных, так как история часто повторяется. Примером таких моментов могут послужить графические паттерны или любые другие свечные формации, а также уровни или зоны. Основным плюсом технического анализа является то, что при помощи него можно без проблем определять тренд и фазы тренда, так как у трейдера перед глазами всегда есть график. Умение определять тренд является важным еще и потому, что на нем построено большинство стратегий и индикаторов бинарных опционов. И без понимания тренда вряд ли кто-то сможет получать стабильную прибыль. Также технический анализ позволяет определить тип тренда по продолжительности. И это может быть краткосрочный тренд, который длится до 2 недель, среднесрочный тренд, который длится от 2 недель до 6 месяцев, и долгосрочный тренд, который длится от 6 месяцев и до нескольких лет. Еще одним преимуществом технического анализа является то, что он может использоваться на любых рынках, таких как акции, фьючерсы, криптовалюты или просто валюты. И для проведения анализа подойдут любые типы графиков, такие как линейные, гистограммные, свечные или баровые. Технический анализ можно проводить при помощи различных способов, но самым популярным остается индикаторный технический анализ. К плюсам технического анализа с использованием индикаторов можно отнести простоту применения индикаторов, а также то, что индикаторов существует огромное множество, и поэтому каждый сможет подобрать индикатор под себя. И кроме этого, все индикаторы строятся автоматически, что упрощает процесс анализа. Самыми популярными индикаторами у трейдеров бинарными опционами являются сигнальные индикаторы, так как они указывают момент времени, когда стоит открывать сделку. Но в торговле бинарными опционами можно использовать и другие индикаторы. И к самым популярным можно отнести MACD, стохастик или скользящие средние. Технический анализ в торговле бинарными опционами можно использовать и без индикаторов. И стратегии многих трейдеров построены именно на такой торговле. Один из способов торговли на чистом графике можно назвать метод Price Action или метод японских свечей. Конечно же, все свечные паттерны можно искать самостоятельно. Но более удобным вариантом будет использовать платформу TradingView, так как в данной платформе встроено множество индикаторов свечных паттернов. Найти их можно в разделе «Индикаторы» и на вкладке «Свечные модели», после чего выбрать нужные паттерны и добавить их на график. К примеру, можно выбрать молот, перевернутый молот, оба бычьи и доджи. И как можно видеть, все выбранные паттерны отмечены на графике, что делает такую торговлю очень удобной. Стоит отметить, что лучшие результаты торговля по Price Action дает в связке с другими методами торговли, такими как объемный анализ или торговля по уровням. Также торговать на чистом графике бинарными опционами можно и по графическим паттернам. Графических паттернов существует довольно много. Но самыми популярными являются треугольники, двойные и тройные вершины основания, а также паттерн голова и плечи. На платформе TradingView можно построить графические паттерны как вручную, так и при помощи специальных инструментов. Для примера можно использовать шаблон треугольник, который находится на вкладке паттерны. Выбираем его и выбираем нужные свечи. И по итогу получаем правильно построенный паттерн, который был отработан. Таким же образом можно строить и другие паттерны, которых довольно много на платформе TradingView. И в заключении хочется сказать,
что технический анализ бинарных опционов может приносить много пользы во время торговли, но его обязательно стоит изучить и подобрать тот вид теханализа, который будет наиболее удобен и понятен. И также никогда не стоит забывать про работу по тренду, а также использование правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!